Сильнейшие велосипедисты страны на протяжении 3 дней соревнуются за заветное золото на открытых республиканских соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе памяти экс-чемпиона СССР Евгения Мальца в программе Кубка Республики Беларусь, которые проходят в городе Надбугом. Сегодня на 52-й мемориал памяти экс-чемпиона Советского Союза по велосипедному спорту Евгения Александровича Мальца приехали все сильнейшие гонщики из нашей родины и друзья из Казахстана. Есть даже один участник из Франции. Он выступает за профессиональный клуб. Всего собралось 276 человек. Младшая возрастная группа у нас сегодня представлена 2011 годом и моложе. Затем категория юноши-девушки основная, 2008-2010 год рождения. Затем есть юниорская категория, это год рождения 2006-2007. И взрослые спортсмены, наша элита, уже тут сегодня присутствующие и чемпионы Европы, и чемпионы мира. Вот, к примеру, Евгений Королёк, который из Гродненской области сегодня выйдет на старт, двукратный чемпион мира. Ну, соответственно, гонка очень статусная. Более 270 спортсменов из 3 стран мира – Беларуси, Казахстана и Франции – выступают в 4 возрастных категориях. Младшая возрастная группа – юноши и девушки, юниоры и взрослые. Программа состязаний включает в себя индивидуальную гонку на время, групповой старт и кольцевую гонку пачка. Мы старались, готовились. У нас в основном мальчики, их 6 человек, 15-16 лет, и 4 девочки, 15-16 лет. Ну, прошли подготовку. Хотели со сборами сюда, но немножко не получилось. Но надеюсь, что мы достойно с вами поборемся. Я занимаюсь уже почти третий год. И решил, потому что я очень люблю кататься на велосипеде. Как готовился к этому? Тренировался, трудился. Занимаюсь недавно, 2 года примерно, где-то так. Ну, получается, тренируюсь. Надеюсь проехать намного лучше, чем раньше, летом. Все-таки тренировалась полгода. Вот. Ну, ценю где-то в 5-ку въехать. Велогонка продолжится по 13 апреля включительно. Последний день соревнований спортсмены будут преодолевать дистанцию на улице Бориса Маслова. Поэтому рекомендуем брещанам спланировать свой маршрут с учетом движения велосипедистов. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.